Привет. Да, это очередной новый жанр, который всех покорит в 25-м. Я понимаю, как это звучит. Но что если я показал бы вам New Jazz до того, как завирусились кружочки Токсиса? Так вот, это реально новый New Jazz. New Jazz получается. Неважно. Главное, что называется Love Music, и это как супер трэп, но тот, который возможно слушать без солей. Морской и поваренный, остальные осуждаем. Скажи мне, что я ненормальный. Я слышала это слишком часто. Этот звук уже есть на альбоме у Фенди Глока, и его главная особенность — это эмбиентное звучание, собранное из целой пачки звуков и размазанное просто кучей ревера. И не простого, а вполне конкретного ревера, стандартного Fruity Convolver с пресетом коричневого шума. Сюда же идут STM басы и подобные ему 808, которые при этом тоже могут лейриться. И довольно простая драмка, но со своими законами. Короче, есть о чем рассказать, так что погнали. Но перед этим подпишись на мой телеграм-канал. А то там про YouTube пишут разное, а я очень хочу, чтобы ты знал, где можно смотреть мои видео. Ну и биток из этого видоса уже там лежит, так что подпишись по QR-коду или по ссылке. Спасибо. Какие синты в этом жанре зайдут лучше всего? Во-первых, это Hive. Во-вторых, конечно, Diva. Ну и в-третьих, Xenology. Этого набора будет вполне достаточно. Первый слой, подложка или основа, это всегда пэт. Называйте как хотите. Потом уже мы к ним добавим лиды и арпы, но сначала пэт. И на 7 тактов можно растянуть какой-то вот такой вот аккорд и добавить к нему в конце что-нибудь типа, и этого будет уже достаточно. Но прикольнее будет звучать, если в пэде будет какая-то мелодия. Даже вот такая, супер простая. Dumb score lock last 2 minutes. И вокруг нее построим какой-то вот такой вот дополнительный аккорд. Это, то есть, это ре минор и типа... Для первого слоя подойдет, продлеваем на 8 тактов. Но на последнем аккорде что-то поменяем, и тогда это получается A-sharp мажор. Типа вот-вот-вот этот аккорд. Но мы добавим еще G. И теперь это может быть как G минор, так и A-sharp мажор септаккорд. Короче, главное, что классно звучит, как называется, неважно. Ну да, пошел я. К этому можно добавить еще более размазанный пэт, тоже из хайва. И вот это можно продублировать и поднять на октаву, предварительно удалив вот эти нотки. Самое главное для первого слоя, чтобы пэд был медленный, как YouTube с компа без гитхаба. И чтобы замедлить его еще до 70%, нам нужен Fruity Convolver пресет Blur White, при включении которого звук становится вообще супер медленным. Так что драй добавим. Если по религиозным убеждениям Fruity Convolver не подходит, вдруг вы свидетель Эйблтона или, прости господи, Кубейса, то есть бесплатный и прекрасный аналог Delay, Diff Amount и Diff Size на максимум, Drive в ноль и... Эффект примерно тот же самый. Можно немножко подкрутить, например, Low Cut, если нужно. Если в конволвере импульс белого шума вы максимум можете заменить на коричневый, получив при этом непредсказуемые последствия, то в дилее вы какие-то настройки можете подкрутить. Но у конволвера есть другие плюсы. Например, это буквально Эдисон, в котором вы можете вот так вот сделать с импульсом и получить другой эффект. Но чтобы эта мешанина была поярче и поприкольнее, можно использовать OTT перед конволвером. Деп процентов на 15, и вот будет хорошо. На третьем слое у меня будет лид с глайдом из дивы. Это не обязательно должен быть именно лид и именно с глайдом, просто нужна какая-то простая мелодия, чтобы создать дополнительное движение, потому что вся мелодия должна быть как бурлящая масса, в которой очень много ритма. Главное, не используйте импульс коричневого звука в конволвере, а то не ту массу получите. Да ты заеб... Который раз я эту шутку уже произношу. Какая-то из них точно войдет в монтаж. Короче, будем создавать движение с помощью портала, но мелодия нам все равно нужна. И это будет что-то типа... Только, наверное, вот так. Оно должно быть что-то между дерганым и ритмичным. По-моему, это именно тот случай. Еще часто в Love Music используется что-то типа арпов, ну или буквально сами арпы. И изобретать я ничего не планирую, просто тот же самый аккорд, только с ноткой C наверху. И это звучит слишком длинно, так что сокращаем. И вот так хорошо. И, наверное, раз в два такта его пустим, только на последнем. Также меняем D на A-sharp. Его мы размажем особым способом. Сначала дилей на одной четверти из пинг-понга, но к нему вдобавок я еще использую второй дилей уже на одной второй. И полетел. Это практически бесконечный дилей, который очень прикольно звучит в контексте, но после этого его желательно заресэмплить, потому что он будет буквально бесконечным. И все вместе это... Что-то уже складывается. И пятый слой, который уже совсем не обязательный, это вот такой вот... Яркий лид, потому что должна быть какая-то кислотность, должен быть какой-то grind, то есть какие-то слегка летающие частицы. И вот это мы сделаем с помощью вот этого лида, на котором также нужно сначала наиграть мелодию. Главное, чтобы эта мелодия не ломала ритм, который у нас уже есть. Но перед очередным порталом можно повесить тремолатор как-нибудь типа вот так. Потому что тремолатор и ему подобные плагины, например, тот же самый Grossbeat.
Это тоже очень важная часть звучания Love Music, потому что мы сначала конволвером размазываем все в нулину, а потом добавляем ритма с помощью тремолатора или того же Гроссбита. И в Портале есть отличный стандартный пресет, это Grindswell, который делает именно то, что нам нужно. И после этого можно шлифануть еще одним конволвером. Все это нужно засплитить по ченнелам и заресэмплить, как-то вот так. Причем вот пэды у нас типа одно целое, и поэтому мы будем ресэмплить их вместе. А такие паузы большие я оставляю, потому что у всего куча реверов, чтобы друг на друга все не накладывалось. Выделяем нужную область, Ctrl-Alt-C, оставляем обязательно Enable Insert Effect, ждем буквально 27 часов. Готово. Как-то это все нарезаем вот так. А зачем все это нужно было ресэмплить? Ну вот смотрите, я нажимаю на пробел, воспроизведение полностью останавливается. А до ресэмпла я нажимаю на пробел, и 2 часа еще мы будем слушать эти хвосты. Ну еще я хотел все это запичить на 200 центов вниз, чтобы получить более прикольный эффект. И кстати, я начал работу над принципиально новым обучающим продуктом, который будет гораздо масштабнее, чем все, что я делал до этого. Это будет не видеокурс, а нечто гораздо большее, как по содержанию, так и по подходу к обучению. Сейчас он в активной разработке, так что заполняй анкету по ссылке в описании, и ты первым узнаешь все подробности о проекте. Ну и время баса. И на 200 центов ниже это C уже, типа... Тун-дун. Та-тан. Но тут там, где был A-sharp, становится G-sharp. Мелодии, конечно, нужно низ сейчас будет подрезать, но перед этим мы будем лейерить бас. Это 2 практически одинаковых баса, только один басит чуть сильнее. Вот такой и вот такой. Этот более широкий, менее басистый, но вместе они шикарно звучат. И чтобы эти басы звучали поувереннее, можно поставить клипер. Ну это, конечно, сильно перегруженный звук, он далеко не везде подходит, но здесь, по-моему, самое то. А на мелодии отлично зайдет Fresh Air, чтобы подчеркнуть ее высокочастотность. Еще очень хочется прибрать вот эту область на эквалайзере, потому что если мы делаем вот эти эмбианты, дилеи, реверы, все это может превратиться в итоге вот в какой-то такой звук. А нам это не надо, нам нужно, чтобы было аккуратненько, типа вот так. И движение можно лишний раз подчеркнуть тремолатором, только вот так вот, аккуратненько, чуть-чуть совсем. Еще важнейший элемент Love Music — это голосовые сэмплы. Они просто необходимы. И первым я хочу использовать вот этот. Он даже уже в CM, так что pitch ему править не надо, но он 132. Так что замедляем наш проект до 132. В его настройки ставим stretch и ускоряем обратно до 135. Теперь он в темпе. Все, что я хочу использовать, это... Потом вот этот... Ну, вы поняли. Первый будет вот таким. Вот этот хвост нам даже не нужен, мы его отрежем. И еще я хочу сделать такую штуку. А-а-а-у-у-у. Типа. Да. А здесь мы уже будем вот нарезать вот этот ау-у-у. Вот так, вот так, вот так. Также подкоротим и сделаем типа разгон по громкости. Вот здесь мы отрежем вот этот кусок и сделаем ю-ю-ю, типа. И здесь просто продублируем вот это. Это у нас будет Vox 1. В нем, мне кажется, вот это нужно придавить еще. Немножко. Но без яркости OTT вообще не звучит. И потом тот же прикол с дилеями, что и на арпе. Но перед ними поставим дилей еще на 1/8, чтобы вообще прям вух разлеталось. Вот так. Ну и все это размазываем конволвером. Ну и раз уж ты досмотрел вот до этого места, предлагаю тебе прямо сейчас поставить видосу лайк и подписаться на канал, ведь этот видос тебя чем-то зацепил, так что подпишись прямо сейчас, а мы продолжаем. А на начало, мне кажется, пойдет вот такой звук. Только вот это уже не надо, типа сделаем вот так. Типа тара-да-тара-ту-ду. Только его я, наверное, спущу на октаву вниз. Нет, не спущу, лучше поставлю Stretch Pro. Минус 500 центов на формате Stretch Pro и прикольно. И на нем будет вот такой набор плагинов, чтобы буквально его размазать. Он буквально чуть-чуть ощущается. Еще можно сделать второй вариант звучания, вот с какой-нибудь такой текстуркой. Но тоже размажем ее конволвером. И убавим. И под это дело можно сделать второй вариант баса с каким-то подобием The Spinza. Он будет звучать, наверное, чуть побыстрее и все время на одной ноте. Вот так, наверное. Тун-тун-тун-тун, да. Тан-та-тан. А вот в последней части я не буду ничего изобретать, просто то же самое, только по нотам вот этого аккорда. Но так звучит скучновато. Так что залейерим к нему вот такой басец, они будут постоянно играть вместе, но чтобы его низкие частоты не мешали низким первого баса, мы можем здесь с Fast LP переключиться на HP, то есть High Pass, и вот как-то вот так подстроить. И
какие обработки для Love Music получается must-have. Convolver или Delay для каши, OTT и Fresh Air для яркости. Конечно же, Portal, Pancake и Tremolator, но вместо Tremolator можно Grossbeat использовать. Ну и, конечно, абсолютно любой ревер и Delay. Далее в видео я делаю драмку, но она скорее получилась в стиле Alien, чем Love Music. А если ты хочешь разбор бас и ударных именно в стиле Love Music, то видос об этом уже лежит в моем телеграм-канале. QR-код на экране, ссылка в описании. Но сначала этот видос досмотри, тут драмка тоже прикольная получилась. А главное правило драмки — побольше звуков и не загружать ритм. Например, вот здесь клэп и вот здесь вот клэп. А вот здесь уже будет снэр. Вот это будет основной снэр. Ну и вместе с ним будет играть вспомогательный снэр. Вот так. И иногда можно на нем подрисовывать вот такие штуки. А хай-хетом для имитации перегруза можно подкручивать LFO. Например, вот так. Да, нормально. А базовый паттерн хай-хета что-то типа вот такое. Можно к нему добавить вот какие-то дополнительные звучочки. Или можно даже вот так вот сделать. Но главное, чтобы вот эти звуки были супер вспомогательными и очень тихими. Потом супер характерная черта — это пробежки на супер низких нотах, и для этого нам нужно подкрутить envelope вот таким вот образом, как обычно, чтобы сделать что-то типа пробежки на одной четверти, типа вот так вот где-то. Вот такие штуки есть 100% Love Music треков. Еще в одном треке я услышал хай-хет с дилеем и хочу сделать тоже типа такого, только я не буду вешать дилей, я просто сделаю его сам. Типа заходим в панораму и шатаем крайние две нотки вот так вот, обратно в velocity и их немножко убавляем. И делаем немножко неправильным эту пробежку. Подлиннее. И ставим ее вот таким вот образом. По-моему, прикольно звучит. Здесь тоже можно поставить, только добавим движение еще по ноткам вниз. И убавим посильнее. Но все равно самым главным слоем хэтов является вот этот. Он типа супер каноничный. И еще один супер каноничный звук. Его я, наверное, поставлю в конец и перед ним сделаю такую штучку. Еще мне кажется, вот такой вот open head можно поставить, чтобы он звучал вместе с киком, который мы сейчас пропишем. Кик я взял просто из PBS, мне кажется, он сюда подходит. Его не обязательно писать на C, можно сделать пониже, потому что это, по-моему, тоже канон. А чтобы сделать драмку злее и ярче, я кинул на них G-клип и Сатурн. А там, где второй парт голоса, можно сделать драмку уникальной и вырезать из нее кик. А на мастере все это время лежит Saturate. И вот такой получился биток. Ставь видосу лайк, если понравился бит или узнал что-то новое. Также обязательно подпишись на мой телеграм-канал, чтобы знать, где меня искать в случае чего, и послушать вот этот бит, который там уже выложен. Ссылка на экране и в описании. Еще можешь подписаться на этот канал на YouTube, а на этом у меня уже точно все. С вами был Стас Гавпрод. Пока. До встречи в следующем видео.